Политзаключенного Григория Петренко, представителю партии «Наш дом, Молдова». Здравствуйте. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Только радикальная смена власти, изменения в социальной политике, диалог гражданского общества могут изменить ситуацию в Республике Молдова. Олигархическая шайка во власти сажает в тюрьму всех неугодных. Наши товарищи из группы Петренко сидят сейчас в тюрьме из-за воли и неволи Плохотнюка. Из-за того, что существуют в Республике Молдова несогласные с его политикой, несогласные с его мнением. Политическая партия «Наш дом, Молдова, Красный блок» требует свободы политическим заключенным. Она требует соблюдения прав граждан. Власть надо менять. Жжёт олигархи, жжёт Плохотнюк!